Алексеевичу, Альфреду Ренгольдовичу, Владимиру Михайловичу, за то, что они сегодня решили за многих из нас вопрос, как быть и поступать, за то, что они не заставили нас стать подлецами. Еще раз напоминаю, что мы будем выходить в эфир на канале ТНТ с новостями каждые 2 часа. Об этом заявил генеральный директор ТНТ Павел Корчагин. Он сказал Интерфаксу, что ТНТ имеет право приглашать любых журналистов для осуществления вещания. А у вас есть право смотреть за программами любых журналистов на том или ином канале. До свидания.